Оттепель, снег, резкое похолодание и на дорогах города снежная каша. После выходных погода дорожникам прибавила работы. Это видно по состоянию улицы Архангельской. Техника сформировала огромные снежные бровки. Здесь когда-то был тротуар. Из торгового центра люди напрямую шли и на рынок, и на новый автовокзал. Однако от некогда широкого прохода осталась узкая тропинка. Пешеходы возмущаются. Ну уж не сказала бы, чтоб хорошая. Я не часто и хожу, но... Не очень удобно, конечно. Очень плохо. Желательно почистить. Следит за состоянием дорог и тротуаров в нашем городе муниципальное предприятие благоустройства. Мы связались с директором Светланой Козицыной. Она пояснила, что главная задача дорожников – содержать проезжую часть улицы в нормальном состоянии. Сейчас тротуар засыпан снежной кашей, но уже в ближайшее время его также приведут в порядок. А пока для удобства посоветовала пользоваться пешеходом противоположной стороной улицы.